Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем YouTube-канале. Наконец-таки мы сегодня в Москве. Сейчас мы посмотрим мои апартаменты, которые я сегодня заказал у Инесс Конопляной в Москве. Посмотрим, собственно, что там за апартаменты. А вот мы заходим. Такой открывается нам вид. Ванная комната. Достаточно просторные апартаменты. А вот в принципе в Куала-Лумпуре вот мы были, собственно, также был в трех апартаментах мы жили в Куала-Лумпуре. И, собственно, здесь достаточно такое очень интересное место. Можно посмотреть на город Москва. Такой вот февраль у нас, конечно, не такой, как на Бали, либо в Малайзии, но здесь истинно русская зима. Вот здесь предстоит мне трое суток пробыть и, собственно, насладиться мероприятием, которое будет у нас завтра в Ренессанс Монарх. Там будут встречаться предприниматели международного бизнеса и те люди, которые, ну, просто им не сидится дома. Кто-то летит из Лос-Анджелеса, кто-то летит из Австралии. И мы будем общаться на темы развития собственного дела в международном формате. Но уже послезавтра мы будем находиться в Крокус Сити Холл. Это будет также такое грандиозное мероприятие на несколько тысяч человек, предпринимателей международного бизнеса и развития предпринимательства. Также будет гала-концерт Нюши российской, достаточно эргономичной девушки, которая в принципе рвет чаты уже несколько лет. С вами был Алексей Гуляев из города Москвы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем вам хорошего и хорошего дня. Пока-пока.